Глава региона Алексей Русских активно работает с Министерством финансов Российской Федерации по поводу оказания поддержки Ульяновской области. Так, в среду 17 ноября состоялось заседание комиссии под председательством министра финансов России Антона Германовича Силуанова. Принято решение выделить финансовую помощь в сумме 1 миллиард рублей. И дальнейшая консультация будет продолжена до 5 декабря. Нам необходимо изыскать еще 1 миллиард 100 миллионов рублей для того, чтобы закрыть этот финансовый год. Деньги пойдут на заработную плату работникам бюджетной сферы. На текущей неделе у главы региона запланированы также переговоры в федеральных ведомствах. Цель одна – добиться для Ульяновской области дополнительной поддержки по целому ряду жизненно важных направлений. По некоторым уже есть предварительные договоренности. Алексей Русских отмечает, что ощущается поддержка в первую очередь со стороны президента. И ряд проблемных тем уже удалось сдвинуть с мертвой точки.